Всем привет, ребята! С вами снова я, Бомж Кай, и также со мной сегодня мой друг Бомж Демастер. Да, всем привет, ребята! И мы продолжаем выживать в этом огромном большом городе. Городе двух бомжей. Костян, смотри, какая у меня это, сегодня конечно, маска. Нифига себе, у нас еще новый ваш Хэллоуин, а не Новый год. Да, но на Хэллоуин надо кем-то наряжаться, и я нарядился бомжом в шапке Деда Мороза. Хорошо, хорошо. Надо придумать, кем я наряжусь. Ты, у меня больше ничего нет, поэтому... О, я нарядился. Ты нарядился сосиской, Костян. Да, я человек, я сосисочный монстр. Вообще, объясни, почему сегодня 6, получается, ноября, Хэллоуин был 31, но мы только сейчас идем смотреть, что там у нас происходит. Потому что всю неделю у нас был Хэллоуин, и нас не пускали ребята, они говорили, типа, мы подготовимся, все сделаем, не приходите сегодня, завтра, и мы все это время не могли прийти. Да, да, но в итоге они сказали, что наконец-то все готово, и можно идти смотреть, я что там получилось. Что они там так долго делали, ну реально очень долго. Угу, и я о том же. А ну, Костян, пойдем что ли? Давай, пойдем. Ну ты иди первый, у тебя маска круче, а то у меня только ребята, ходок на голове. Ребята, ну а пока мы идем, вы обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нифига себе, если что это? Если вы вдруг еще не подписаны, жесть. Это что? А почему? Почему они... Посмотри, соседние гаражи тоже. Капец, нам уже просто голову открутят за это. Богдан, что себе вообще позволяет? Надо идти срочно узнать вообще, что люди-то думают. Не да, против да, ли да, они? Да. Хотя смотри, и тут тоже чем-то приторговывают. Да-да-да, и смотри, справа какие-то тыквы тоже. Неужели ой. Богдан смог со всеми договориться? Да, и люди, смотри, тоже, видимо, подтянулись. Давай подойдем. Здравствуйте, молодой человек. А что, у вас тыковки здесь продаются? Может, тыкву купим? Хочешь тыкву? Костян, давай купим. Мы, если что, вот оттуда, из завипарни. Да, можно да, нам да. пару тыкв? Почем тыквы вообще? Да, 150 рублей штука. А нормально, если я вам кажется. Дам 100 рублей и бутылочку Кока-Колы? Пойдет? Нет, Костян, у меня, если что, дайте нам 2 тыквы. Вот, пожалуйста, 500 рублей сдачи не надо. Блин, я хотел, ну, забартерить. Праздник же, как-никак. Ну, можно ему купон в завипарню выдать. Да, блин, да, чё от колы отказался? Вот захочет пить, а колы уже и не будет. Оп. Так, Костян, держите, я тоже тыкву. Ага, ага, давай. Ну, все. О, так, ты погоди. Глянь, там Дэвид, Дэвид тоже что-то в какой-то шапке он стоит, что-то продает. Офигеть. О, нифига, какой костюм, смотри, какой у него костюм офигенный. Нифига, ты видел? Жесть, вот это тут круто, тень просто какая-то происходит. Причем, когда мы шли по городу, вообще этих людей не было, которые, знаешь, в костюмах или что-то еще. Они, видимо, специально сюда идут, тут прямо такое, знаешь. Девочка, что ты делаешь? Жесть, посмотри, что здесь такое? Костян, ты видишь это? Прям реально какая-то могила. Ну, это что-то похожее, я не знаю. Как будто бы, ну, видно, что он не настоящий, если честно. Здорово, шеф, это ты, что ли? Я его вообще не узнал, Костян, это же шеф наш. Шеф, это ты? Ага. Ты даже линзы надел, посмотри, у него линзы. Зрачки офигеть, красные. Офигеть, ну ты прям вампир какой-то. Не, ну шеф, смотри, угощаю тебя Кока-Колой. Просто по-дружески. Говорит, наш дизайнер Богдан и правда невероятно талантлив. Заплатили ему 30 тысяч за то, что он тут украсил. Посмотрите, какая красота. Да, мы ему тоже заплатили 50. Да, это он вам скидку сделал, скидку, потому что мы попросили, как нашим все-таки друзьям. Не было через... Ой-ой-ой, хозяин Серега, это тот самый? Да, походу это он. Да, это же тот самый хозяин Серега, про которого ты говорил. Алло, да. Слышь, ты, что ты выпендриваешься? У нас тут Хэллоуин праздник. Да, мы очень недовольные сотрудники. Да, Хэллоуин праздник, все довольны, посмотри. Для заведения выручка будет. Че он ругает? Шеф, потом расскажешь, что там. Все же в плюсе. Иди, разберись, а потом расскажешь, ну что вообще там. Офигеть, тут какие маски вообще всякие. Ничего себе, из фильмов самых популярных. Ты видел, какой наглый этот Серега вообще, жесть. Да он вообще урод этот Серега. Да на шефа напал, шеф вообще красавчик, нарядился. Столько выручки, наверное, сейчас тоже сделать. Надо, кстати, узнать, сколько мы заработали. Угу, только давай еще к Дэвиду. Может, зайдем. Маску мне купишь? Маску? И продавца не ржай, тут нету продавца, да, видишь, продавец но куда-то смотался. Дэвид, здорово, а ты что, ты как вообще, у тебя же такой подпольный бизнес. Можно ли так вот, ну, вот так чем вот? Торгуешь на Хэллоуин? Да. А? Подзаработать решил под шумок, барахло из подвала вытащил, решили аниматроников продавать с Богданом. Почти всех раскупили уже. Жесть, Богдан, он типа вообще и тут, и там, везде успел, и там, и здесь. Дэвид, ну красавчики вы с Богданом, конечно. Богдан вездесущий, я в шоке от Богдана, ребята, кто тоже вообще в шоке от него? Мне кажется, Богдан после этого праздника сможет себе особняк купить. Я тоже думаю, хэллоуиновский сразу. Да. Передадим, передадим. Обязательно. Конечно, я тоже стою, спасибо, если бы не ты, эх, нам тяжело пришлось. Ё-моё, проезжайте, пожалуйста. Конечно, проезжайте. Уступи местечко. Да, у нас тут вот. Все обустроено, пандусы. Стоп, погоди, Богдан? Богдан это ты, что ли? А я думаю, голос какой-то знакомый у него. Богдан, какого хрена ты на инвалидной коляске? Да, реально, что за тыква у тебя на голове?
Косплей, ты всадник без головы? Блин, Богдан, ты че, дурак, что ли? А нас же посадят за такие шутки вообще. Не то, что посадят, но могут осудить очень жестко. Да, Богдан, ты давай, иди это. Будешь просто всадником. Ну, вернее, не всадником. Будешь просто без головы. Чувак без головы. Костян, ты-то куда поехал? Ну, удобно, кстати, я просто проверял подушки, очень удобно, и посиди, посмотри. Какое еще всем покинуть помещение? Какая еще полиция? Что происходит просто? Что? Какая полиция? Что? Покажите документы. Да, что случилось, товарищи офицеры? Бомба в здании. Тут нет зданий, здесь гаражи. Да, вы вообще о чем? Здание вон там, сбоку. Пранк? Так мы не поверили пранк. У тебя вон шапка хэллоуиновская на башке. Мы тебе вообще не поверили ни разу. Да, вообще реально. Фух. Ну и пранк. Не, ну вообще вот этот был похож, который вот, ну, вот один из них, видишь? Ну вот, да. Ладно, ты выложи там видосик, да, подпиши обязательно, зови парня там, где находится. Может быть, еще и клиенты к нам какие-нибудь подойдут. Так, я пока... Ой, а как ее катить-то, ее? А? Вообще. Да, пусть здесь постоит. Ну ладно, может, пускай, кому-то пускай. Плохо станет, у нас будет сразу же коляска. Это медицинские меры предосторожности, понял? Да, ну вообще она чем-то, знаешь, похожа. Все-таки на всяких страшных квестах там ставят вот эти коляски. Ну да, где-нибудь в психиатрических больницах, типа в таком формате, да? Ну, ты снова нашел... А, подожди, это у Богдана была вот эта, да? Да, он мне дал, я подумал, ладно, надену. Зачем? Я ненавижу эту маску, это самая ужасная маска. Ну ладно, ладно, надену эту маску. Уф, Костян, так лучше, так намного лучше. Так, чё, Богдан, как зови парня, рассказывай, показывай, что сделал. О, нифига, что это сверху здесь, ты посмотри. Это что, призрак? О, инсталляция. Хотя больше похоже на какой-то противогаз, как будто бы. Доктором, офигеть. На Fallout какой-то, да, похоже? Или да, на Fallout-овский противогаз, похоже, если честно. Офигеть, как ты, Богдан-то додумался до всего этого? Богдан, откуда у тебя деньги на все это были просто? Однорогий баран висит на стене. Да, реально, еще и одноглазый, походу. Да. Нет, а еще мы добавили хэллоуинский шаурму. Нифига себе, страшным шаурму, местом. Да, так, какую хэллоуиновскую? Хэллоуиновскую шаурму, говорят. Она такая же классическая, только в ней есть тыква, говорят. Ну, это странное решение. Ну, слушай, Костян, ну, тыквенная шаурма вообще? Это идея на Хэллоуин. Я ел тыкву, я люблю тыкву, да, кстати. Да ты этот, я слышал, ты любишь тыквенные семечки, но тыквенные семечки это же не тыква. Я люблю, Костян, тыквенные семечки, тыквенную кашу, тыквенный суп, я люблю тыкву. А вот тыквенный суп я тоже ел, тыквенный суп вкусно, все остальное тыквенное сомнительно. А семечки? Ну, семечки ты бы тогда мне давал пробовать. Ну, просто, ну, не знаю, как будто бы обычные семечки я бы с большим кайфом ел. Ну, я и те люблю. Да. Ну, короче, молодцы, ребят. На самом деле, я скажу так, типа, всем премия. Ну, после праздников. Так, надо, вопрос. Надо прибыль 70 тысяч рублей, Богдан. Офигеть, 70 тысяч. Ну, типа, тысяч. Значит, двойная премия всем после праздников. Это за сколько 70 тысяч? Даже за сегодня? Только за сегодня 70 косарей? Или за все праздники, Богдан? Это очень хорошо. Купоны это пришли. Очень хорошо, Хан. Показываю, как же я доволен. А, бабки. Слышишь, что? Ау. Смотри, купоны. Так, ну-ка, дай-ка я тоже посмотрю купончики. Купон в шаурмяу, одна тыква. А, айдишник, лотерея, все как мы планировали. Да, давай отдадим, получается. Слушай, мы берем шаурмяуски. Лепота. Купончики-то люди забирают, говорят, что будут участвовать. Так, шеф, где шеф? А еще договорился шеф, забери, с владельцами вот, получается, гаражей, ты наши которые забираешь. Тут были, они не против, чтобы ты украсил улицу. Да, это мы уже видели, то, что все вроде как за. Это я уже понял. Так, хорошо, забери купоны, братишка, будешь раздавать мне, получается. Вот, Хан, давай. Что я думаю? Может быть, пойдем тогда посмотрим вообще, как дела у шаурмял? Как Богдан их украсил, все-таки раз 30 тысяч-то взял. Богдан, ну ты знаешь, что я тебя хотел спросить? А что ты тут и там, везде? Ты что, охренел, что ли? Помогал всем, что ли? В смысле на 30 тысяч кинуть решили? Это был дизайнерский ремонт праздничный, а никакой не кидалово. Да, мы вообще-то все официально оформили. Погодите, уважаем, можем поговорить. Да, у нас тут вообще не хуже. Вон, сейчас посмотрим у вас. Да, сейчас все оценим. Ага, тут красота. Уважаемый. Погляди, Костян, там вон висит какой-то этот штурмовик, что ли, или что это? О, ну прикольно сделано, ты посмотри. О, нифига, какая у них менюшка прикольная, ты посмотри. Да, ну у них как-то поменьше дизайна, мне кажется. Может быть, он уже заставил их что-то поубирать, потому что... Ну, о, глянь, а сверху... О, посмотри, у него рога есть. Да, у него рога есть, нифига себе. Так, ну, не знаю, по-моему, все выглядит достаточно мило. Тыковки такие, все очень красиво, хорошо. Да, вообще непонятно, что может не понравиться. Да, а где шеф? Братан, а у вас есть какой-нибудь вообще подгон хэллоуиновский? Вот мы добавили, получается, хэллоуиновскую шаурму. У вас что-нибудь есть? Да, ну лучше с этим Серегой не говорить, он какой-то мутный тип.
это не Серега. Это же уборщик. Серега ушел. Это уборщик Аркадий. Да, уборщик Аркадий. А что, кто? Ты на кассе заодно? Бургер есть новый. А с чем это он? Тыквенный бургер. А? Мы добавили хэллоуинский бургер. Он классический, только вместо котлеты. Угадайте, что? Тыква. Ага, тыква. Дохлая мышь? Чего? Дохлая мышь из тыквы. Дохлая, вы что ли опять за старое? А, нет. Все-таки тыква. Потом он просто шутил, ё-моё, я уж поверил, типа. Пытался выкрутиться, понимаешь? Думал, из тыквы они сделали. Тыквенный бургер. И правда вкусная штука. Ну, как на хэллоуиновский такой эксклюзивный. А чё, шеф, в итоге продажи-то у вас выросли? А, продажи растут. Давай, может, не здесь лучше продать еще? На-на-на, тут надо в другое местечко. Всю нашу прибыль заберет за сегодня. Так, шеф, давай мы с тобой лучше его позже обсудим без лишних ушей как-нибудь соберемся. Да и этот. Богдану, оставь свой номерок. У тебя есть телефон? Костян, у меня есть откуда-то телефон. Я чей-то телефон спер, скорее всего. Ну да, мне осталось только телефон. Так, все, обменяйтесь номерами, мы тебе потом перезвоним, шеф. Все, пойдем, Слава. Пойдем, пойдем, Костян, у тебя что-то идея какая-то появилась. Да я подумал, типа, ну, что-то этот Серега мутный какой-то типок. Надо с шефом поговорить вообще, узнать еще лучше, что там у них происходит. Думаю, после Хэллоуина надо будет с ним собраться. Да, под Хэллоуин его можно, слушай, Хэллоуин вообще такое отличное время, чтобы кого-то кокнуть, потому что все это можно замаскировать. Ну, блин, ты так говоришь, надо сначала все продумать, нельзя просто так необдуманно делать, не? Да, ну можно позвать, прикинь, позвать Серегу на какой-нибудь маскарад, вот, и вампирский, хотим извиниться за где дизайн и так все будет ужасно, в крови, да? И заткнуть его ножом, а? Погоди, да тише, говори, там нас подслушивает, вон тот мужик. Все, Костян, да, так тут надо не на улице. Богданчик, да мы ничего, мы это, представление обсуждаем. Да, мы вообще хотим шоу устроить, ну, после Хэллоуина, потому что вы посмотрели праздники, да, Богдан, потом тебе все расскажем, что тут кричишь так громко на всю улицу, Богдан, ну чего? Богдан, давай-ка это, не выпендривайся. Театральную реально постановку тебе сказали, что обсуждали, и все. Так что больше и не нужно тебе ничего придумывать. Да, ух, нифига себе, ты шутил за джедайский меч, Ванек. О, Ванек, а ты кто это вообще? Здорово. Он получается джедай. Будущий Дарт Вейдер, отец Люка Скайуокера. Да, самое главное в ноябре не стать ситхом. Ты что, все спойлеры что ли выдал в одном предложении? Ну, а походу, если кто-то не смотрел фильм? Да, этот фильм. Но первая часть там в 70-х годах выходила, то есть четвертая, если быть точнее, то это нормально. Я уверен, большинство не смотрело. Ну ничего, если захотят, посмотрят. Да, ну, вообще, Костян, какие же мы с тобой красавчики, то, что организовали такой праздник. Богдан, я потом тебе расскажу, что значит стать ситхом, давай не сейчас. Даже несмотря на то, что Хэллоуин и не празднуют в России. Ну, если честно, наши заслуги здесь, конечно, не так много, мы просто это все профинансировали. Да как профинансировали? Богдан как будто бы сам профинансировался, если честно. Нет. Пошел с людей денег собрал просто. Я в шоке. Богдан самый настоящий, самый талантливый бизнесмен, Богдан, которого я видел. Богдан, на самом деле, вот у тебя прямо виден рост. Ты прямо вот по сравнению с тем Богданом, с которым мы только познакомились сейчас, ты стал намного лучше, умнее и круче. Реально. Раньше людей просто бросался и чуть ли не вгрызался в них. Помнишь, да, такие времена а сейчас были? Появились крупицы адекватности, зачатки интеллекта. А это потому, что все, он, видишь, в люди выбился. Раньше он, как мы бомжами были. Мы когда бомжами были, тоже за крысами бегали по этим, по канализации. Братан, это не менты были, это какие-то пранкеры хотели нашу реакцию записать. Да. Но мы не повелись, конечно же. Да, ох уж эти пранкеры. А вам тоже до этих пранкеры подходили? А? Повезло. Да. Костян, что я хотел-то сказать? Вот да. У меня месседж какой. Вот. Говори. Хоть Хэллоуин в России не празднуют, но это все-таки праздник. Конечно. Любой Понимаешь? Праздник нужно праздновать. А на любой праздник можно пожелать нашим дорогим зрителям крепкого здоровья, удачи. И чтобы все было хорошо. Да, здоровья вам и вашим близким, ребята. Самое главное, самым близким, дорогим друзьям и родственникам. Да, ребята, пускай в вашей жизни будет поменьше крыс и пауков и побольше сладких конфет и радости. Конечно. Ну, сладких конфет, конечно, я бы не желал побольше, так умеренные, я бы сказал. В умеренных количествах, самых-самых необходимых. Да, не забывайте, сахар вреден. Друзья, ну а на этом наша серия подходит к концу. Ребят, спасибо, что посмотрели ее. Еще раз всех поздравляем с праздником. Не болейте, будьте здоровы и ставьте лайки. Да, будьте здоровыми, чтобы всегда мочь поставить здоровый лайк. Да, ну а это мы с вами прощаемся. С вами были мы, Бомж Аид и Бомж Демастер. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Всем пока, народ!